Камеры наблюдения зафиксировали сам момент ЧП. Видно, что трамвай под номером 20К заходит в поворот и неожиданно перелетает ограждение. К счастью, в этот момент пассажиров в нем не было. Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении, вагон ехал из депо. Водитель остановился, вышел из него, чтобы проверить неисправность, но трамвай поехал дальше. Нужно сказать, что водитель опытный, она 16 лет за рулем трамвая, она знает все его технические особенности, знает какие-то его там меры. Но вот то, что произошло, давайте будем разбираться. На завтра будет приказ, мы ее отстраним от движения трамваев, будет проведено обследование. Трамвай упал на 5 машин. Руслан Коршенко один из тех, кто выбрал сегодня неудачное место для парковки. Услышал громкий звук, вышел и увидел, как трамвай лежит. Страдали машины, моя машина тоже была задета. Владельцы пострадавших машин получат компенсацию. Если она будет превышать то, что может предложить ОСАГО, ТТУ доплатит. Пробок на Новосадовой из-за инцидента как таковых не было. Специальные службы оперативно устранили последствия ЧП. Мария Елчан, Василий Колдашов, Константин Головин. События.